Здравствуйте! На СТС прогноз погоды. С вами Екатерина Шишкина. Как сообщили нам синоптики, в выходные дни в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Очень приятно, что в Челябинске устанавливается по-настоящему летнее тепло. Желаю отличных выходных. До встречи!